Всем привет, дорогие друзья, подписчики и случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Я хочу вам рассказать о чудесном способе, как избавиться от мышей легко и просто. Множество способов существует, это не проблема. Но для домохозяек это самая уникальная вообще ловушка. К примеру, домохозяйки у нас женщины брезгливые, трусишки, поэтому не надо вам будет с ловушек или с капканом доставать мышей. Очень легко и просто. Установили такую бутылку, налили туда подсолнечного масла 150 мл жареного. В общем, что происходит? Мыши залазят сюда в бутылку, вылезти они никуда никогда не вылезут. Это я вам на 100% говорю. На работе ловили, где я их только не ловил. Дома у меня, помню, набилось их с десяток, наверное, за ночь, я же обалдел. Они сидят, как Микки Маусы. Если бы вода была, они бы заскочили, выскочили. А масло, в масле все, они в полностью, вся их шерсть обволакивается в этом масле. И они как в болоте, их вязнут и никуда уже деться не могут. Они толком и передвигаться не могут, не то что там вылезти. В общем, и никуда не вылезут. Так бывает, буксуют и все. И никуда не может вылезти. Таким способом можно без труда легко избавиться от этих мышей. Сколько бы их ни было. Так как миграция их постоянно происходит с полей. Вот, допустим, я живу рядом с полем. И постоянно, каждую осень, они в дома, в квартиры лезут. Так как дожди начинаются, и холод, и жрать нечего в поле. И поэтому они лезут всем в квартиры. Таким способом можно выловить без труда их. В общем, установили, сколько бы ни поймалось, взяли, выкинули бутылку, установили другую, если есть еще. В общем, всем удачи, всем пока.